Там несколько рекомендаций о том, как водить машину начинающим водителям. Во-первых, никакой музыки. Держи на руле обе руки. Конечно, кроме тех моментов, когда тебе не нужно дергать палку. И первые 2 года ты не должен ездить быстрее, чем 70 км в час. И очень важно избавиться от всех внешних раздражителей. Плавнее тормози. Давай, 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 быстрее, обгоняй его. Да перестраивайся, куда ты? Да яма по пояс, ну куда ты? Выходи. В смысле? Я не понял.